Долгосрочное сотрудничество. С такой целью Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина. Там прошло собрание руководителей ведущих оборонно-промышленных предприятий области. Встреча состоялась в рамках официального визита в Рио губернатора в Химки. Знакомство с умами региона. Именно так озвучил цель встречи Андрей Воробьев. Здесь собрались директора и конструкторы научных и промышленных предприятий из Долгопрудного, Балашихи, Королева, Жуковского, Химок и многих других городов Подмосковья. Задача на ближайшую перспективу – сделать ставку на науку как на основополагающую отрасль в регионе. Я хочу, чтобы наши отношения не были формальными. Хочу все-таки вместе, извините, может быть, это комплиментарно, ваши светлые головы использовать на благо развития Московской области. То есть я хочу объединить и вдохновить нас на какие-то интересные, важные, прорывные идеи и действия. По словам Воробьева, это станет возможным благодаря тесному партнерству, что в свою очередь сделает Подмосковье сильнее. Для осуществления этих задач необходимо лоббирование интересов предприятий на всех уровнях власти. Нам нужно лоббировать интересы, нам нужно отстаивать интересы предприятий на федеральном уровне, на региональном уровне и на муниципальном. Что значит на муниципальном? Вот, опять же, мы же все люди, мы приходим домой и сталкиваемся с реальной действительностью, с отсутствием квартир для молодых специалистов, с достойными условиями детские сады, школы и так далее. Вот эту задачу мы тоже должны решать комплексно. И если уже строить жилье, то, соответственно, ориентировать это жилье от тех, кто работает на наших заводах. То есть давать возможность прежде всего строить там, где есть рабочие места. Андрей Воробьев выступил с инициативой создать специальный совет при губернаторе, в который войдут все собравшиеся. Он будет регулярным и поможет решать озвученные проблемы. А расширенный сюжет о визите в Рио губернатора Андрея Воробьева в Химки смотрите в понедельник в программе «Химки. День за днем».